Всем привет! Сегодня мы научим вас правильно гладить, а поможет нам в этом Александра. Здравствуйте. Приступим, начнем с рубашки. Начинаем с воротника и манжетов. Там самая плотная ткань. Теперь рукава у нас идут. А если без такой специального приспособления, у кого-то его нет, сможешь справиться? Нет, в домашних условиях нет уже, вы так не справитесь без него, потому что у вас будут заломы. И здесь у вас появится полосочка. А как оно так надувается? У нас воздух. У нас он паровой. Угу. И подает воздух. Как с двух сторон оглаживает. Мы почти не прикасаемся к материалу, утюгом. У нас это все на воздухе и паром. А если это обычный домашний утюг, то нельзя до него дотрагиваться? Ну, желательно нет. И работать также добавляем воду, если в домашних условиях, в утюг. Чтобы также было побольше пара. Доска в химчистке тоже необычная. Под ногами у Александры три педали. Для того, чтобы погладить рубашку, не задев пуговицы, нажимаем на ту, которая с помощью воздуха присасывает и расправляет ткань. Я сейчас вам покажу. Давить на вторую педаль сможете? Да, так. Придерживайте пальцами, чтобы не вылетело. На вторую? На вторую, да, вот. Вы почувствуете, сейчас поднимется. И надо постоянно поддавать. Давайте я буду держать. Давайте. О, все такое горячее. И утюг парит, как будто. Да, и нажимаем вот на эту пальчиком. Еще один элемент одежды – это брюки. Многие девушки не любят их гладить. Давайте. Я вам покажу. Это на плечике такая штучка, да? Чтобы это гладить. Под брюки, да. Чтобы потом не было заломов. Картонно, можно самому сделать. С брюками тоже начинаем с самого плотного участка – пояса. Потом проглаживаем карманы изнутри. Складываем брюки так, чтобы стрелки шли параллельно друг к другу. А теперь я вам покажу, как мы гладим пальто. Пальто, что нужно гладить, я не знаю. Оно называется глажка, вообще мы их отпариваем. Мы сейчас привесим грузики. Это тяжесть, он выпрямит. При давлении он вытянет их и выпрямит со всех сторон и на рукава. А теперь надо запустить манекен. Из него пойдет пар, который и разгладит пальто. Один раз. После этого шерстяное пальто нужно почистить. Для этого используем обычный малярный скотч. Его нужно вывернуть и наклеить на рулон липкой стороной наружу. Все ворсиночки лишние остались здесь. Вот такая вот красота у нас получается. Обращайтесь к профессионалам. Сеть химчисток СИП-сервис на рынке уже 21 год. Удобное расположение офисов и профессиональное оборудование позволяет выполнять заказы в рекордные сроки и по адекватным ценам. Номер телефона 205-42-42.